Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и мы продолжаем знакомиться с точкой V60 Кунлунь и ее огромным возможности на наш с вами организм. Сегодня наша речь в видео пойдет о точке V60, которая контролирует наши с вами паращитовидные железы. Уже сразу понятно, что речь идет практически о щитовидной железе, около которой находятся паращитовидные железы, которые контролируют наш с вами кальций в организме. Если есть его недостаток, он восполняет. Если в избытке, то образуется болезнь. Вот с помощью точки V60 можно не автоматически, а профилактически работать с паращитовидными железами. Помните, что избыток кальция также может привести к болезни, и недостаток кальция в организме может также привести к болезни. Но это не значит, что надо непременно сделать операцию на паращитовидный желез. Сначала нужно попробовать природными способами через точку V60, если вы обратились в акупунктуру. Это одна из точек, которые контролируют или имеют огромное влияние на паращитовидные железы. А уж потом, если не получилось восстановить их через акупунктуру, можно прибегать к химическим всеразличным, скажем так, добавкам, там, вакцинам, таблеткам и восстанавливать паращитовидные железы. Но моя практика подсказывает, что паращитовидные железы возможно восстановить с помощью акупунктуры. Спасибо за внимание. С вами был доктор Константин.